Всем привет! Привет! Сегодня отправляемся на первый этап русской дрифт-серии. Сегодня 6 мая. Мы полны сил и энергии. Успели соскучиться? Сейчас, правда, 6 часов утра. Мы встали очень рано. Бодрости не очень пока много, но солнышко светит, и сегодня ожидает очень веселый день. Настя, чего ты ожидаешь? Я в предвкушении веселья. Сегодня будет много шума, дыма, и я надеюсь, что сегодня будет очень весело. Нам сегодня предстоит 500 километров до Москвы мотнуть, и оттуда еще 500. Так что мы будем сегодня большую часть дня в дороге, и какую-то часть дня мы будем сидеть на треке. Надеюсь, мы получим много позитивной энергии. Я надеюсь, мы проведем просто отличный день. День обещает быть классным. Оставайтесь с нами. Дальше мы будем уже снимать, наверное, с трека. Все, давайте. Получили свои браслеты, чешем теперь на трек. Надо понять, какая из трибун будет еще. Надеюсь, под этим ветром будет все слышно. И я сейчас не обрезаю полголовы тебе и себе. Есть немножко. Так, дальше будет включение на треке. Пока трибуны еще не заняты слишком. Все еще тусят в техпарке. Мы уже пришли оценить обстановку. Скорее всего, будет вон первая дуга. Постановка. И здесь будет большая дуга с выходом. И там будет финиш. Нормально сидишь? О, кстати, приехала техничка. Точнее, эвакуатор. Кого-то убирают. Вот они. Да нет, вряд ли. Здесь довольно широкое. Видишь, тут нету нигде стен, так что вылеты. Вылеты будут на зрителей. Начался парад участников. Я даже не могу точно всех сказать, кто это. Вот это вот на единственное то, что на Супре, это точно Габаргин. Спереди идут команда Автопрофи. Вот они идут, подъезжают три машины Gorilla Energy. Это Павел Бусыгин, Евгений Сутюков и Евгений Ружейников. Вот эти три? Да, вот эти вот три. Вот, на Альтезе, это из Сибири, Дамир Идиатулин приехал. Вот синяя, такая ярко-голубая, бирюзового цвета. Кстати, вот видишь с флагами Якохама, это Екатерина Седых. А желтенькая? Это Гоча. Это Гиду. А вот этот красный, это его брат. Красный? Да, да, да. Значит, прокомментируй что-нибудь по этому поводу. Мы шли просто километр на трассу, пошли все три пути. Вырази радость на камеру. Сейчас попробуем с кем-нибудь сфотографироваться. Мы побывали сейчас на треке, была автограф-сессия, собрали просто кучу вот надписей на шапку Насти, получили, скажем так, впечатление. Больше нечего сказать. Сейчас начнется топ-32, перейдем на трибуны, немножко поснимаем. Очень сильный состав будет, потому что приехала Сибирь, приехал Дальний Восток. Наши ребята с Запада тоже будут нормально, я думаю, выступать. Сегодня будет Рубилова. Все смотрите. Преимущество выраженное в метрах. Андрей Бесега подталкивает. И вот она
них на трассе между топ-32 и топ-16. Мы немножко поели, здесь идет развлекательное шоу. Как и обещала, теперь погода все будет облачно. И уже все облачно. Настена замерзла в своих драных джинсах. Настен, скажи пару слов. Сейчас смотрели шоу. Я под впечатлением от этих парней. Сделал небольшую вставочку, там BMX на мотоциклах, если правильно я это называю. Они крутые. Особенно, когда он перевернулся. Куда? Куда он перевернулся? Вверх ногами? Да. Идем на топ-16. Закончился этот день. У нас много впечатлений, радостных и не только. Хотели остаться, правда, на награждение, но не смогли. Пошел просто ужасный дождь, дует ветер. Не смогли. Многие тоже сбежали. Сейчас находимся в машине, уже записываем концовку. Настя, расскажи, какие ты впечатления получила от этого дня? Вначале мне понравилось автографы на моей кепке. Да-да-да. А потом мне понравилось то, что мой любимый Никита Шиков вышел в финал. Хоть и вышел на финал, но победили сибиряки. Сегодня победил Аркадий Цареградцев. И сейчас его там награждают. И уже многие двинулись домой, как и мы. Нам еще ехать 500 километров, это 6 часов. Так что я надеюсь, что все будет хорошо. Что мы ничего не пропустили. Да, мы ничего не пропустили. В принципе, я думаю, что эти 500 километров, которые мы сегодня преодолели туда и 500 и обратно, они стоили этого дня. Да. Немножко, правда, погода подвела, но на самом деле было все замечательно. Если у вас будет такая возможность, обязательно сходите на такое соревнование, как дрифт. Это очень зрелищно и очень интересно. Почувствуйте запах горелых шин. В общем, смотрите нас, оставайтесь с нами. Это были те самые из Брянска. Пока. Все, пока.